Всем привет, с вами Данил, и сегодня я буду вызывать на карте под названием, я не помню. Сейчас посмотрим. Так, заходим. О, большой экран. А, одиночная. Мне придется... А, вот адский метеор. Я тут немного вызывал, первая серия уже есть. Так, вот. Распаемся тут. Вот в этом здании, если быть точнее. Надо будет русификатор установить. Теперь мы пойдем по команду. Окей. Когда же буду я скопать? Попробую создать сервер. Я буду за другом выживать. Обсидиан. А, да, вода. Обнимем золото, сделаем себе броню. Добываем золото. Так, ну все, тут золота больше нету. Там я не понял. О, не понял. А, это светокамень. Там лава, я рискую в нее прыгать. Теперь будем искать еще алмазы. Я нашел тут два алмаза. Так. Многовато золота. Так, вначале вам дается. Ой, блин, я остановлю видео. Я продолжаю свое видео. Странно, что тут... А, алмазы, есть! Так, вот мы тут все добыли. Я там уже добыл тут всюду. О, больше нету, раскопал я тут. Можно так сказать. Так, теперь я поем, похавала. Ну, пофиг, полетаем. Вот что-то... Камень! Камень. Золото! Я нашел золото! Я крутой, я нашел золото, люди. Киньте. Еще алмазы! О, редики. О, еще алмаз. Редстоун. Так, я снимаю с другом, просто сервер не работает у меня. У него что-то. А у меня не запускается. У нас у двоих одна и та же проблема. Да? А, я вас ставлю на паузу пока что. Моему другу тут кое-что надо. Ну, пишет, короче. Я продолжаю видео, и я забыл рассказать вроде историю в первой серии. Я не забыл. Ну ладно, для друга еще раз расскажу. Если будет вкратце, на планету упал метеорит. Все затопило лава, и некоторые люди попрятались в бункерах. Мы одни из них. И вот типа вот раз как бы бункер, два бункера. Я не знаю, может это бункер. Сейчас надо будет, я хочу проверить. И нам надо 8 этих людей найти. 8 человек так-то спрятались. А, нет, 10 человек, да, 10 человек. Спрятались 10 человек. Я один из них, надо 9 людей найти. Вон деревня наша. И кажись, вот эти всякие куполы, это убежище. Может, как-то странно. И кажись, последний купол, это будет он там. Золотые блоки. И еще, Антон, если хочешь что-то сказать, скажи так. Так, окей. Что мы сейчас будем делать? Да, забыл. Пойдем туда. Такими вещами. Я такой, я бессмертный, короче. Я бессмертный чувак какой-то. Блин. Я что еще делаю? Так. Ноль. Я вчера начал карту. Это вроде один из бункеров. Сейчас проверим. Нет, это не он. Это типа дома, что ли. Так, окей. Там ни сундуков, ничего нету, я смотрю. А, чуть подтормаживает из-за лавы. Я перезапущу майн и остановлю видео. Тормозить сильно. Так, я продолжаю. Я перезашел. В первой части я тоже перезаходил. Тоже из-за лавы начинал лагать. Кстати, там ничего. Там камень. О, корная. А, да, супер плоский.
Так, ну потом я тут покопаюсь, пойду кое-что сейчас попробую посмотреть. Может, это сундук что-то типа этого. Точно не знаю. Нет, там камень, не вижу камень, 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 камень. Нет, тут ничего нету. Дом какие-нибудь жители. Блин, карта сильно лагает. Следующая серия будет, может, от Дейзи или другой карте. Но сильно подлагивает. Ай-яй-яй, тормозит-то как. Надо будет туда сходить, деревню как-нибудь потом. Но сначала я сейчас пойду вот сюда. С лагами этими, блин. Извините, конечно, за тормозы. Я не виноват, слишком много лавы. Не рассчитал создатель, можно так сказать. Окей. Так, так. Так, так, хоп. Так, спускаемся. Спускаемся потихоньку. Так, теперь мы идем сюда. Теперь мы смотрим, что там. Блин. Так. Извиняйте. Что-то случилось. Блин, кирка сломалась. Неожиданно. Можно сказать. Потому что сейчас она мне очень нужна будет. Пойду сделаю пока что. Блин! Тупанул. Ладно, пойду вот так. Не тупанул. Или тупанул. Решайте сами. У меня такой. Так, окей. В самом первом серии, извините за такой мини-экран. Антон, там мини-экран был, когда ты смотрел самую первую серию? Не, а там был маленький экран. Там я снимал, когда пересматривал, ну, прежде чем выложить. Прежде чем выложить YouTube, я смотрел, там был маленький экран. Она называется, блин, я остановлю видео. Я продолжаю видео. Так, мне друг подтвердил, у меня был маленький экран. Извините за это неудобство. Поехали. В смысле? А это просто выживание на карте. Так, что-то за пирамиды, блин, непонятные. Я думал, тут кто-то есть, тут какие-то пирамиды. Лавой затоплены. Так, наступает ночь. Пойду посплю. А, забыл. Вот почему у меня стояло мирно. Тут рекомендовали играть на мирном. Так, посплю. Это в 10... Не знаю, буду скоро заканчивать видео. Очень тормозит. Извините. Опять. Окей. Мне скучно просто, я и говорю, извините. Так, будем. Хотите еще выпуск такой карты, какие-нибудь еще карты, это ставьте, комментируйте, плиз. То никто ничего не пишет, кроме Багина, издевается надо мной. Это странно. Так. О, там какая-то табличка. Не, ну прав. Вон, смотри. Где? Ну, где, смотрите, вон там, кажется, это еще одно убежище. Это типа тарелки, люди. Правда, типа тарелки, кто не заметил. Блин, мне не хватает камня. Так, наплевать. Что за камни? Ну, аским, потому что его быстрее добыть. Я бегу за камнем. Так, я остановлю видео и продолжу, когда дойду до той таблички. Не знаю. Так, ладно, я продолжаю. Все-таки решил не так, чтобы вы видели.
И, кажется, я знаю, почему у меня так лагает. Это не, это больше из-за лавы. У меня из-за лавы всегда что-то лагает. Ой, лагает-то как. Ладно, пошел. Я пошел, люди, я иду. Блин, кто хочет выпуски этой карты, комментируйте. Я буду продолжать снимать. Не хотите, не комментируйте. Я знаю, что я это уже говорил. Еще, блин, пожалуйста, присылайте свои карты. Блин. Сейчас доплыву до оттуда, видите. Окей. Короче, буду русификатор устанавливать. Надоело, правда. Думал, не установлю, мне сейчас установлю. Блин, так как лагает. Создатель идиот, можно сказать. Ну тебя почему? Может, у меня что-то с компом, а так? Хватит, я уже до туда подошел. Там еще кузница какая-то. Я знаю, там еще кузница, это не. О, вон еще какой-то песчаный там или из камня края, точно не вижу. Не, лучше вот так, это у меня тормозит. Так, сейчас буду уже заканчивать видео, не могу долго снимать, видео удаляется. Так, нет, все-таки нужен, правда, русификатор. Так. О, они на русском. У меня русификатора нет. Морковка. Я иду за тобой. Yes, у меня есть две морковки. А, ай, ай, я сейчас сдохну. Я сейчас сдохну, люди, нет! Нет, я не сдохну, я забыл, что я на мирном. Есть, я жить буду. Да, я понял, почему. Земля сломала. Блин, он на камне стоит. Так, не, больше не сломаю, пока лаву не уберу. Топанул до ужаса. Ой, ой. Блин. О, верстак. Ага. Так. Долечу, не долечу. А, да, я сделал это, люди. И на этом я, наверное, закончу серию. В следующей серии, если хотите, я буду добираться до туда, но не хотите, не буду. Ладно. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, как я уже это 3 раза говорил. Это мне надоедает. Ладно, всем пока.